Депутаты КЗС продолжают борьбу с вейпами. В планах парламентариев ограничить продажу электронных сигарет среди несовершеннолетних. По словам врачей, пар от электронных сигарет проникает глубоко в бронхи, а это повышает риск возникновения рака. В вейпах присутствует формальдегид, акролеин и тяжелые металлы. Также председатель комитета КЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев уверен, электронные сигареты представляют большую опасность для пассивных курильщиков, чем обычные. Использование ароматизаторов различных делает привлекательными эти сигареты. И сейчас повальное нарастающее увлечение сигаретами детей-подростков. Вот обратите внимание, сегодня, значит, возле школ, в школах, различных учебных заведений. Даже ведь люди взрослые меньше используются, а именно вот эта категория.